сейчас те из вас, кто останется в живых, будут завидовать. Мертв. Пламенный привет из северной столицы всем любителям битов по забористей, до баса по наваристей. В эфире первая часть 56-го выпуска подкаста «Нейропанк». У микрофона без, и впереди нас ждет 3 часа термоядерных реакций на скорости 174 ppm. Ньюкамеры, олдфаги и целая пачка новых треков с русским вокалом. Новогоднее настроение обеспечено. Открылся подкаст долгожданным дропом ремикса от Magnitude на легендарный трек «Конфликт Мессая». Информации по релизу все еще нет. Прошедший год был насыщен событиями. Мы построили свой нейробункер, провели 2 сезона программы «Нейрогон», выпустили кучу релизов, провели пачку мероприятий. Надеемся, следующий будет еще насыщенней. Сабы — одна из последних работ Гидры для Патреона и Бусти, где мы выкладываем эксклюзивно новый трек раз в месяц. Кто любит закрытый свежий контент, подписывайтесь.
камер на сегодня. Серега Ситри, родившийся в Орле, сейчас проживающий в Лос-Анджелесе. Тихо с предстоящего в феврале релиза на Нейропанк Рекордс. Дерзкое прибытие братьев Ганчеров, 56-ю порцию мяска. Релиз Fixed Records. Показывает практика, немногие еще поняли, что наше приложение neuropunk.app вернулось подписка. Мы продолжаем его разработку. Этот подкаст будет сначала доступен только для подписчиков приложения, эксклюзивно 2 недели. Потом появится во всех остальных соцсетях. Китовая дисперсия. Коллаб от Dispersion to Wales под названием Slam of Seagulls. Трек про битвы чаек по законам ММА. Вышла работа в эпишке парней Nightbrain Records. Про приложение также дополню, что подписку сейчас можно оформить прямо на сайте neuropunk.app, так как Google и Apple оплата не работает. И если вы подпишетесь на сайте, это будет работать на любом устройстве. Главное, чтобы был одинаковый e-mail. We'll be right back.
Ризы от проекта Iron Type. Их работа на Нейропанк Форж, сольные мощные пихи. Развал кабины продолжается. В эфире секретная дабка от дуэта Tentacles. Коля буквально неделю назад заезжал к нам на Нейропанк Фест, где просто развалил танцпол на части. Жарко. Fire.
Трэмпида и Вонда Майт под названием The Fire. Dubplate. Конечно, сегодня начало подкаста. Оно всегда, так сказать, нелегкое, но в этот раз по-особенному жаркое. Иммер и Векстер. Dark Message. Иммер звучит у нас в подкасте впервые. Продюсер зовут Денис, он из Нижнего Новгорода, но недавно перебрался в Питер. Ученик Алексея Тубокса. Вот это мотивы. В эфире бутлег от Озмы на хитяру 98 года шведской группы The Cardigans, My Favorite Game. История у нейропанка в большинстве уже не совсем молодая. Я думаю, многие сейчас всплакнули от этих гитарных рифов.
мне поближе. Музыка играет, слышишь? Мы вдвоем на танцполе, и я с тобой в этом танце тону. Подойди ко мне, ты слышишь? Музыка нас делает ближе. Мы закружимся в танце, и я не захочу возвращаться домой. Подойди ко мне. А вот и первый релиз недавно анонсированного лейбла «Костер». На этом лейбле мы будем выпускать drum and bass исключительно с русским вокалом. Если вам это интересно, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Готовы? Рок-н-ролл! Написан коллективом из 4 человек. Коллектив этот называется «Организм 174». А сама работа называется «Дискотека». Скорее всего, когда вы слушаете этот подкаст, трек уже вышел во всех стриминг-сервисах. И можно насладиться отдельно. Абсолютно новогоднее настроение царит сейчас на волнах нейропанк подкаста. Уверен, в ваших сердцах оно царит тоже. Всех с наступившим, ребят! Это ремикс от Magnitude на Fox Stevenson Brises. Ремикс выйдет через какое-то время после подкаста «Фришкой». По эпикам. Догадайся с 3 раз. Go.
Меуан. Меуан Роман. Красавчик Ман. Недавняя работа под названием Рапче вышла с селф-релизом. Дебютного релиза Citri на Neuropunk Records в феврале. Отличные треки. Welcome на лейбл, бро. Сиеней врывается в сегодняшний микс. Недавно у него вышел большой альбом на Critical Music под названием Humans. Просто пушка, сегодня сыграю много работ оттуда. Это называется Real Memory.
надевайте свои коврики для йоги и ждите команды. Упор лежа принять. Для Patreon и Boosty от Гидры. Трек называется «Ом». Эксклюзив от Magnitude. Mask of Madness. Chamber. Кто вспотел, можно быстро сгонять, принять душ. Мясная часть немного подошла к успокоению. Bruce.
первый дебютный альбом Psyncro, который вышел на Neuropunk Records. С чем, ребята, поздравляем! Поприветствуем в подкасте еще одно новое имя. Это Дима Панчман из Норильска. Вокалы, текстуры такие же холодные, как погода в Норильске. Телега никуда не подписана, дабплейт.
когда роботом влетают Трэмпит и Вонда Майк. Тоже плотно ребята поработали в этот период. Много сегодня будет треков от них. Этот называется «Фу». Paper Funk Recordings. Готовы, дети? Ремикс от Warpface на британского продюсера Syntax на тюн под названием Block Drop. Вышел фришкой на Neurofunk What Else. Потрясающе. Еще один ремикс на Топ Кубана Wake Up. На этот раз от Ганчер и Руин. Расчехляй. Миксы на самом деле рекордное количество треков с русским вокалом, и это не может не радовать. Это любят люди, поэтому максимальный респект всем продюсерам, кто занимается производством такого материала. Особенно ценно, когда это не ремикс, а авторский трек.
наша тема. Вот такие ямы. Раз, два, три. Наши друзья из Берлина, проект Хайзе. Треком AC-130. Релиз Hanzum Music. Фильтров проглядывают атмосферы питерского андеграунда. Векстер с треком Wild. Скачать можно на Boosty Векстера. Немного про бункер, в котором я сейчас записываю голос для подкаста. Нахожусь 3 метра под землей в историческом, можно сказать, центре Санкт-Петербурга. Здесь у нас 200 квадратных метров, 8 помещений, каждая из которых будет выполнять свой определенный функционал, направленный на развитие драм-н-бейса в Российской Федерации. Это и продакшн-классы, и диджей-школа. Несколько студий, стримерская. Наши IT-проекты. И много всего остального.
эфире два вологодских кита с треком про нейрофанк собаку. Вышла на 100-м юбилейном релизе SLK Records. Мощная цифра, поздравляем парней. Так. Где-то я это уже слышал. Басовая тревога. Ложись. Микс от титулованного мастера аудио на мистер Фрэнки Бэйс Симптом. Митяй Скримор с супербенгером Газ. Митяй родом из Баранович, сейчас проживает в Варшаве. Учился драм-н-бейс мастерству у Дениса Конакова с проекта PsyMPro. А вы
Слушай сие добро на Axon Records, лейбле Коли Нигби. Продолжаем с абсолютно классическими нейрофанк-вайбами от Ситри. Чун называется Пикатрикс и вышел на Эйтбрейне. Материал от проекта Dispersion. Как всегда, бодрые танцпольные грувы. Go. В альбоме ремиксов на Blackout Records. Yes.
час микса уже прошел, а Джон Сильвер вначале предупреждал, что будет жестко. Тайфун. С песней про то, как у него болит зуб. Топлейт Паттерфан Рекординс. Forget the dots. В ремиксе Гидры. Релиз Titan Records. Кемерово на связи. Кирилл Параноик Дел с телегой Роу. Топ-плейт.
Тапка от Дикрис, You Wanna Dance. Рекордс, когда пока непонятно. Налепите лайков, сердечек. Я закрываюсь от проблем и страхов, забываю обо всем. Если ко мне кто-то лезет в сердце, убегаю со всех ног. Потому что в эфире убийственная комба — это Дора и Крот. Я так боюсь перестать бояться, открыть душу для других. Я так боюсь себя потеряться и выход не найти. Кирилла на песню «Я боюсь людей». Будет, скорее всего, фришкой после подкаста. Планируем жарить как раз примерно вот такой материал. И тяжелая, и легкая, возможно, щипкой. Но обязательно будет присутствовать русский язык. Человек, который людей вряд ли боится. Это Павел Пейперклип со своим старым треком New Form. Вышел на Pepper Funk в составе альбома Welcome Back еще в 2016 году.
hanging around me. I'm blocked it. They said we couldn't do it, but we did it. Who done it? The leader of anarchy, ready to bring the ruckus. So fucking focused, I'm out for justice. Don't stand too close, cause you can't bust it. Звучит трек «Киллер» от Prototypes и «Душа MC» в ремиксе «Гидры». Вышел недавно на лейбле Prototypes в альбоме ремиксов. Снова мощная парочка Trampet и Wanda Mike с работой Alone in the Dark. Интергалактический рейвер в исполнении Чейзера и Малдстрома. Работа вошла в огромный 16-трековый альбом парней на Neuropunk Records. Если вы еще не слышали этот шедевр, бегом в приложение neuropunk.app.
Если вам, ребята, нравится то, что мы делаем, нравится эта музыка, подпишитесь на приложение. Это будет лучшая благодарность. Мы, в свою очередь, обязуемся вас заваливать крутым контентом регулярно. Релизами, подкастами, стримами и всем, что вы так любите. Back the fuck up. Yeah, медведи со своей эксклюзивной айдихой. Back the fuck up. Релиз Нейрофанк Рекордс. На второй стороне будет трек Untitled 6. So it's best you stay away if you have the option. Try put me in a box, man, I'll go Bronson. And I got an attitude like I'm from Compton. I got problems, your man don't want it. If you want smoke, then you're gonna get the chronic. Don't make me deal with the matter supersonic. Cause I got drive like an engine in a bonnet. A good kid, but I came from the roadside. Push me too far and you're gonna get the cold side. Очередная работа с альбома NA на Critical. Совместно с D-Man. So it's best you stick in your lane and keep it simple. You ain't built for this, I can read you like a Kindle. You don't wanna clash cause I crash like a symbol. Называется Tight White. Вайбы в исполнении Алексея Визу.
называется Railway. Скачать можно на Патреоне и Бусти Лехи. Совместно с Абстрактонией. Посвятили свой трек минорному трезвучию. Ре диез, фа диез, ля диез. We'll be right back.
продолжаю представлять вам музыку Сереги Ситри. Отличные боевики выходят из его студии. Эта работа называется «Бульдог» и вышла на It Brain Records. Зубодробильня от Ганчер и Руин. Shockwave, релиз Fixed Records. Shockwave. Я думаю, на этом основная танцевальная часть сегодняшнего выпуска подходит к концу. Переходим к вещам поглубже, пожирнее. Это Джем Тивс, Декстер, ремикс ДНА. We kill your mama, kill your girl. Come and deny it and then shut up the funeral. We kill your mama, kill your girl. Come and deny it and then shut up the funeral. Релиз Onyx Recordings. Hello.
Женя Фултек с телегой Red Phone. Бывал раньше у нас в подкастах под другим альясом. Релиз московского Data Music. Отличная эпиха, почти все оттуда сегодня сыграю. Go. Следующий ньюкамер. Влад Future Extinction. Поселка Маган Якутской области. Вот уже докуда добрался нейропан. Якутию приветы. Работа называется New Age Dubplate. Ильи Eternal Vision. Песня называется «Тень». We'll be right back.
кто-то дует, да. Вторая работа с эпихи Full Tech на Data Music. Он называется Do Your Job. То, что доктор прописал. Совместка от Гридоптика и Айтем под названием A-Gun. Жирно мажут парни. Выйдет на сборнике Free BPM Renegades 3. Всем танцполам середины нулевых посвящается. Доставайте свои старые кеды, широкие штаны с боковыми карманами. Это нейропанк, ребята. Пятьдесят шестой выпуск.
потрясающий реворд на хитяру от Illskillz, Bowser. Переработку сделали краснодарские ребята MF, Snow B и Поля Михайлова на вокале. Время анонсировать будущие ивенты. Весной готовим большой тур по России. Уже ведутся переговоры с промоутерами из Екатеринбурга, Казани, Воронежа, Новосибирска. Ну и по классике проведем мероприятия в Санкт-Петербурге и Москве. Я думаю, это главный трек новогоднего настроения этого выпуска. Саня Периметр с телегой Декор. Выйдет на цитат Формс. My nips are like this. Oh.
литовское дуо Mintis. Это ремикс от Гидры на их трек Dust to Dust. So basically what's going on here is someone, and most people think it's a ghost because poltergeist means noisy ghost, just a label that the Germans applied to this over 100 years ago. In essence, in a poltergeist case, someone alive in the home is typically undergoing some kind of stress and is causing things to happen because they have no other stress relief valve. In other words, they're not throwing a temper tantrum. They're not breaking things. Well, I would say they're not consciously doing those things because things are breaking. Yeah. Трэмпит и Вонда Май. Работа называется Poltergeist.
пощады. Треки за 3600 пошли. Это то ли Unclone, Mental Underground. Dubplate. От Виталия Гриндера. Это его ремикс на трек Озмы Дим. Вышла на альбоме ремиксов на Oz Riders. Да-да. Стимаксель в эфире. Релизы лейбла Костер. Поднимайте зажигалки над головой. От меня песню без тебя. Кто мне сумеет?
эфире, скорее всего, будем релизить только синглы. С какой частотой, пока не знаю. Сотового релиза SLK Records. Это большая Various Artists компиляция. Крот, Look Around. Титульный трек с альбома Чейзера и Малстрома Space Quest. Очень мощный фидбэк по альбому от западных коллег. Очень многим зашел. Респект. Александр Попов, Harder Than Me.
в ремиксе Ганчер и Руин. KDDK — это Кирилл Джам, владелец лейбла Detective. Вам он, возможно, известен как продюсер Иман Бека и многих других мейнстримовых звезд. А Саша Попов — это саратовский музыкант, тоже большое имя на мировой прогрессив-транс-арене. Ремикс вышел на Effective Records. Try so hard to take it over. When it feels too rough, it pulls you under. Drowning in an empty sea. Thought that you would care for me, but I guess nothing scares you when it pulls you under. Дальше с коллабом Tentacles и Hydra. Everybody's Talking. Релиз Neuropunk Records. Разделочная доска от Андрея Exile с гравировкой Outblow. Нейропанк доплейт. We'll be right back.
говорящим за себя названием Priora от проекта Dispersion. Все тот же сотый юбилейный релиз из LK Records. Do you remember? Скрупулезного саунд-дизайна проекта PsyNGrok. Это их совместный трек со скримором под названием Eternity. Очень мощный альбом про космос и далекие галактики. Альбом коллаборации, я бы так сказал. Большинство треков выполнены при участии друзей. Танцполов Кирилл Мэйч. Конвейер по производству танцевальных грувов. Это его секретная айдишка Dubplate.
руки оскалят и в брянский нейк. Евроденс вайбы из 90-х. Айдишка дамплей. Наслаждаемся альбомом Сайнкран. Это их коллаб с Мишей Хейсоу. Коттон Кэнди. Релиз 6 января на Нейропанк Рекордс. Для нас звук. Это Гидра, Dream City. И наши попытки в Кумстеп. Скачать можно на Патреоне или Бусти. Челяба. Мэй, tell me.
лейбла Kill Inc. Drum & Bass. Появились попсовики, и хватит. Этот Wales Escape. Вышел на их лейбле High Resistance. Панчи от Миши Ксонсенс. Телека называется Nexus. Вышла сольная эпиха на лейбле Invasion. Все раздают оплеухи. Это Decades и Aznak с треком Aspiritas. Вышел на чешском лейбле Sinful Maze в большой компиляции.
Stevie Wonder Mike. Биопсай в подкасте впервые. Зовут Сергей, обычный сварщик-вахтовик из Саратовской области. Делает вот такие вещи в свободное время. Да, played Pepper Funk Recordings. Авторитетные драмсы от уважаемых людей. Коля Нигби с работой Outlands. Pepper Funk Recordings. Называется My Block и вышел на британском Grid Recordings. Yeah.
Андрея из Colors. Это движуха Emphasis. Ребят, свой лейбл, свои обучающие стримы на YouTube, всяческие интервью. Этот ремикс родился как раз в результате этих обучающих стримов. И вышел на Emphasis Music. Much of this material has been described as an illustrated, detailed course in perversion. Think then of the consequences to the inexperienced youth, who in purchasing and studying this material becomes a pawn for these mischievous. И Grim Hellhound со своей ID-хой. Выйдет в обозримом будущем на Tech Recordings.
меняют Фултека. Его коллеги по лейблу Cybersoul и Рекнек с телегой Signals. Суперсоул, музыкант из Питера, на сцене уже очень давно, с середины нулевых. Рекнек тоже питерский, в продакшене достаточно давно. Раньше занимался всяческими сэмпл-паками, но вот начал активно релизиться. Релиз Data Music. Тащим дальше. Это Женя Машинист. Тюн называется How Dub Play. Немного урву у Паши Пепперклипа и для своей части. Но те, кто любит именно вот такое звучание, добро пожаловать во вторую секцию, которая выйдет после моей в течение нескольких недель. Прессинг от инвертор. Работа называется «Намальс». Кто знает, тот знает. Various Artists 3 на Paper Funk.
check it out. Очередной ньюкамер. Это Тимофей Фейдастер из Москвы с треком «Загадка». Доплей. Импиша. Это дабка с готовящегося альбома, который уже скоро увидит свет. Называется «I Need». Это пригород ЕКБ. Даплейт.
наконец, как всегда, играю красоту и умиротворение, чтобы осталось приятное послевкусие после всего, что было за эти 3 часа. Челябинского Мэйдж и вокалистки Женни Бёрд из Екатеринбурга. Называется Mistake и вышла в сентябре на английском лейбле Off World. Римус, Put a Line. Ульяновский Дима Дримус у нас уже бывал. Алексей Вейзу из Коломны. Передача впервые, с чем его и поздравляем. Трек вышел на бразильском DNB Digital. Every time I see a signal, wonder if I should be mine. Should be mine. Should be mine. But it seems when it matters most, I don't notice till I'm out of time. Out of time. I swear I'll get in line. Just give me one more sign. I swear I'll get in line. Just give me one more sign.
Звучит завершающий трек первой секции 56-го выпуска подкаста «Нейропанк». И закрывает его тоже новичок. Это Иван Ионикс из Ухты. Причем это чуть ли не первый трек от Вани и первый релиз жизни. Мини-альбом на High Resistance. Называется он Signal. Достойное начало, молодец. И достойный конец передачи. Буду с вами прощаться. Поздравляю вас всех с Новым годом. Как говорится, счастья, здоровья, чтоб душа пела, а в кармане звенела. Залетайте к нам на мероприятия, тем более их география весной снова будет расширяться. Смотрите за анонсами в пабликах ваших промо-групп. Особенное внимание ЕГП, Казань, Новосиб, Воронеж. Не пропустите. Обязательно подписывайтесь на наш neuropunk.app. Стоит это немного, всего лишь одна шаверма или пачка сигарет. А нам это позволяет делать все больше и круче drum'n'bass музыки для вас. Подпишитесь на новый лейбл «Костер», где будет выходить drum'n'bass с русским вокалом. Еще раз всего вам самого хорошего, удачи в новом году, всем peace, respect, пока!